Подобные выездные встречи ветераны строительного комплекса Московской области проводят регулярно. В эту ветеранскую организацию входят главным образом бывшие руководители главков и министерств Московской области. Их визит в Дмитровский район не был случайным. Уже давно наш муниципалитет вызывает интерес у строителей, так как является лидером экономического роста Московской области. На встрече глава района Валерий Гаврилов рассказал ветеранам о состоянии экономики и социальной сферы, сравнил некоторые современные и доперестроечные показатели развития. Например, раньше сельхозпредприятия района производили 70 тысяч тонн овощей в год, а в настоящее время 350 тысяч. В два раза больше стали строить жилья. Сдается много объектов социальной сферы. Объем инвестиций в Дмитровском районе в течение 5 лет держится на высоком уровне и превышает показатели работы других муниципалитетов. Валерий Гаврилов рассказал о достижениях в спорте, в развитии туризма, малого бизнеса и многом другом. Вместе с тем он поделился планами и проблемами развития муниципального образования. Участники встречи остались довольны докладом главы, пожелали ему успехов в работе и вручили Валерию Гаврилову юбилейную медаль «70 лет обороны Москвы». Затем делегация в составе 20 человек отправилась на Советскую площадь и возложила цветы к мемориалу «Вечный огонь». В этот день ветераны-строители побывали в Ледовом дворце, экстрим-парке, Дмитровском Кремле и прошлись по Аллее Славы. А завершилась поездка на Перемиловской высоте у памятника героям битвы под Москвой.